Hello? Carl, it's Carl, what are you? Hey, Woolsey, man. Hey, Woolsey, what's up? Дела? Come along and see for yourself. Наш. I got a little business problem for you. Предложение. Come over and see the setup, посмотри, что к чему. Okay, for sure, I like против. That. Like it? Не против? You're gonna ну, love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Скоро yeah, okay. Ну ладно. Так вот, ребят, начало. С горя пополам прошел эту, блядь, автошколу ебаную. Просто почему у нас 4000, да, долларов? Вот поэтому. Вот поэтому. Когда я проходил вот эту ебаную, блядь, школу, автошколу, блядь, саму эту школу на самолетов, блядь. К сожалению, где-то здесь взорвался вертолет. Или он там даже где-то, вот. И у меня все оружие, типа, скинули. Вы скажете, ну, ты же мог сделать вот так вот. Да, типа, загрузить игру. Мог, но я не сохранился. Я там прошел очень много, и если бы я так сделал, я бы все заново проходил. Мне не очень хотелось, поэтому вот так вот. Свой сохранимся. Сохранимся, собственно, вот. И поедем в казино. Ну что, раз, приветствую. Мы продолжаем проходить San Andreas, когда San Andreas Definitive Edition. И прошлая серия была очень интересной. Очень интересной. Посмотрим, что будет в этой. Саша, подумай, надевать плитик, взяли прядь пси, такую штуку, прядь чпитик, писали и пить перед нам просмотром. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Честно скажу, блядь, в этом плане, типа, ну, гондонский поступок от Рокстара, что надо полностью проходить вот эту хуйню, блядь. Это гондонский поступок, честно сказать вам. Реально. Ну, типа, такой себе. Самый геморный для меня был вертолет, где нужно было разрушить эти, блин, препятствия. Это прям пиздец вообще. Я раз с седьмого прошел только это. Трэш, конечно. Ладно, давайте как... Не понял. Чего, блядь? Давайте как доеду сейчас до задания. Так, и включусь. Ну, кто звонит? Ну, а? Алло? Алло? Все, залагало, чё, блядь. Ладно, похуй. А вот, Сиви какой-то появился тут. Вот, собственно, смотри, что у нас появилось по заданиям-то, когда я все прошел, да? Все эти школы. У нас появился здесь флажочек с тобой. Это первое, да, что у нас появилось с тобой здесь. Вот. Второе. У нас появился здесь вот такой вот самолетик, видишь, да? Ну, вот такой вот, да, появился самолетик у нас с тобой здесь. И третий у нас появился вот здесь вот с тобой вот такая вот желтая, ну, на желтом фоне змея. Как была здесь на красном фоне, да, у нас, то здесь теперь на желтом фоне. И, в принципе, больше ничего такого у нас здесь с тобой не появилось-то. Вроде как, да, но вроде как нет. Ну, вот только CV еще появился и все какое-то вот. Поэтому давай начнем с CV с тобой, да, собственно, почему бы нет? Потому что так надо. Вот. Стою... Ой, блядь. Ладно. Вот, давай, ты мне должен тачку. Осуждаем. Да, с тобой подъедем. Тут какие-то задания с тобой, да, то тоже повыполняем, почему бы нет. А вот купить мы можем, да? Да, теперь мы, видишь, можем купить здесь. Сколько здесь стоит? Еба, 50 тысяч баксов. Иди ты нахуй. За такую цену, блин. Ладно, давай отправимся с тобой, собственно, вот сюда. Как раз третья локация у нас с тобой открывается, да? Отправимся с тобой в казино, как раз нас то пригласили, собственно, да? Да. Вот. Первое, что я хотел бы сейчас сделать, в любом случае, тачку поменять. Тут где-то здесь, вроде как. Как я помню. Или где-то здесь. О! Кстати, вот автомобиль в школу. Вот в автошколе я вот на такой тачке ездил по городу. На такой тачке ездил по городу. Это вообще трэш. Все хорошо. Алло. Алло. Все хорошо. Сиджей. У тебя все хорошо? Ха-х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 а
Он такой, ну и он нахуй, мужик, блядь. Я пойду, короче, в эту дачку сяду, блядь. А, ну хорошо, я тебя понял. Давай, вот так нормально будет, все, хорошо. О, поехали. Собственно, я когда еду до миссии, включу еще, чтобы не затягивать хронометраж. Собственно, подъезжаем, собственно, да, подъезжаем уже с тобой к заданию, да? Тут, кстати, тоже какой-то флажочек появился. Ай, прости. А, вон, видишь, какой-то флажочек там появился, ну ладно, ничего страшного. Ну. А, пропустил поворот. Да, она очень боком, прям сама боком идет, самое интересное. Еще и дождь тут идет, да. Прости, 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 я не хотел. Да, собственно, мы здесь с тобой сохранимся, да? Быстренько. Зайди в казино 4 дракона, чтобы поговорить с Вузи, во. Вузи нам позвонил с тобой. Давай сохранимся здесь с тобой, собственно, да? Но честно, когда я проходил летную школу, я просто, блин, ну, возненавидел Rockstar за это, потому что, ну, типа, бред какой-то. Ну ладно, ладно. Так, ну давай, вот миссия, вот миссия. Так, что за миссия, как называется? Idiot. Кетчуп на крыле. Идиот, ты же понимаешь, сколько эти автоматы стоят? Мы должны открыться в... Это что за хрень? Алло? 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 Люди, вашу мать, что с вами такое? Босс, пришел Зиджей. Карл, рад тебя... Рад, что нашел. Все, зашел. Блядь. Так, слушай, кошмар. Хочешь, я осуждаю, блядь. А, по уж проблем, открой казино. Да, корпорация всех поднимает под себя и давит. Все автоматы выпотрошены, персонал разбежался. Так, кто за этим стоит? Ну, здесь орудуют 3 семьи мафии. У каждого есть доля в казино Калигула. Какой-то долбанутый адвокатишка заправляет там всем. Это мог бы кто-то из них. Или все вместе. Ты что, не можешь с этим справиться? Нет. Кроме обычных властей, которым нужно отстегнуть, все вокруг хотят встрять в дело, и я не отдам всю нашу прибыль какой-то итальянский мафиози. Нашу прибыль? Да, ты не ослышался. Я хочу предложить тебе долю в нашем казино. Нихуя. О, сюда, сюда. В обмен на некоторую помощь в организациях, в организационных вопросах. Что скажешь, партнер? Ну, пожалуй, по рукам. Босс, потом попались буки. Пытаешься сорвать поставку, потом попались буки. Избавьтесь от него. Эй, минутку, стоп, иди сюда. Кто будет за этим стоял, мы должны дать им что-то там, что они имеют дело с полными психами. Привяжите его к капоту, пусть слегка очканеет. Очканет. И я через минуту подойду. Да. Посмотрим, сможем ли его расколоть. Знаю Карла. Нормально, у тебя есть, прикинь, у нас у тебя есть это, своя доля. Эй, это что? Ты кто? Развяжи меня! Знаешь что? Прокатимся, пожалуй. Че, ты че тупой? Я не шучу, развяжи меня, гнида. Нет, пожалуй, там тебя я оставлю. Поехали, покатаемся еще. Так надо от автострады держаться подальше, хорошо. Безумные трюки? Хорошо. Ладно, я больше так не буду. Давай заново.
Так, ну это... Ну можно это пропустить, пожалуйста. Безумные трюки на него подействуют. Хорошо, сейчас устроим. Так, где же здесь есть трамплин, еще не трамплин? Я просто не помню этот город. Большой скорости. Хорошо. Блять, женщина, простите. Вы сами. Нет, не сбавлю. Не сбавлю. Езда по встречке? Окей. Let's go. Что, не нравится, да? Ну, мужик, давай уже. Чуть-чуть осталось совсем. Так, погнали обратно теперь, ладно. Все, мы, видишь, раскололи его. Мужики, не надо так. Да, но не такая сложная миссия, кстати. Да, это тот самый город, вроде где такие прям хорошие машинки катаются, красивые, ну, быстрые, да, собственно. Кстати, как будто, то есть как в Vice City же, да? Смотри, здесь полицейские как в Vice City. А, все, хуй вы. Блять, нет! Сейчас все... Хорошо, понял. Ты здесь видел полицейские машины как в Vice City игре? Да, в Vice City же такие же вроде, нет? Интересно. Давай. Да, ребят, сейчас, да, сейчас уже как пройду, так включусь. Так, я прошел снова эту тему, тебе надо вернуться в казино. Давайте как... Хотя давайте как дойдет до казино, так включусь, чтобы так не затягивать хронометраж, я думаю. Хотя тут ехать-то не так далеко, собственно. Вот. Миссия довольно-таки легкая. Ну, действительно, вот эти полицейские машины, как в этом, в Vice City же, нет? Я мне кажется. Вроде как в Vice City, да? В Vice City такие же полицейские машины. Да ёпты. Да куда ты перестраиваешься-то? Смотри, оп. Нормально, блядь, 3 звезды за что мне? А, ну ладно. А за что? Ну понял. Ну ладно. Мы подъехали с тобой уже, да? Оба-боб, мужики, оба-боб. Все? Это вся миссия? Да. Так, ну что, let's go тогда дальше проходить, почему бы нет. То, что CV мы не можем пройти, как минимум, да, выкупить там автосалон, потому что там нужно 50 тысяч баксов, собственно, да. У нас их пока что нет с тобой, у нас только 10.
Вот. А куда я потратил, ребят? Вот на вот это все потратил. Потому что я когда проходил летную школу, там вертолет взорвался, и, собственно, вы скажете, ты же мог загрузить, да, собственно, ну, типа, загрузить, вот так взять, игра и загрузить, да, сохранение игры. Мог бы, но я прошел там вроде половину летной школы, и если бы я начал заново, ну, типа, загрузил бы игру, да, с сохранением, то мне пришлось бы заново проходить ее. Я такой, ну, ладно, типа, куплю заново это все дело, вот. И старался уже чуть медленнее, собственно. Медленнее, блядь. Чуть аккуратнее, короче, проходить все, вот и все. Так, следующее задание, что у нас там? Взрывоопасная ситуация. Нормально, пафосно, да, сказал? Достаточно пафосно, ну... Красота, обломка одним ударом. Отличное мудрение, босс. Неплохо, Вузи. Выходит, помешает нашему предприятию подалась семья Синдака. Интересно, почему только они, а не все вместе? Возможно, не только они. Закон улицы не стучи. Что нам надо? Так это накрыть казино мафии. Да, обвести его. Суждаем, суждаем. Я налет на казино, это тебе не мелкий разбой. Совершенно другого. Да, верно, потребуется крепко подумать над планом, но я в деле. Всегда мечтал такой наряд повернуть. Нормально, мужик. Какого? Слушай, тебе понадобятся люди и специальное оборудование. Знаешь что? На юго-западной окраине города есть карьер. Там должна быть взрывчатка. Пойду гляну. Суждаем, ёпта, суждаем. Да уж. Так, ну шо? Ну, собственно, машина с тобой есть. Направить карьеру. Куда? О, ну, кстати, не так далеко ехать нам с тобой, собственно. Опа. Что ты там бегаешь, мне? Просто так бегает что-то. Странная тема. Ну вот, не так далеко нам с тобой ехать, собственно, да, это хорошо. Ну вот. Ну, чуть скоротили путь с тобой. О, это та самая миссия. Та самая. Я правильно понимаю? Let's go. Я помню эту миссию, я всегда ее проходил вот на машине. Вызови охрану. Какую охрану, ебаный, блядь? У меня есть охрана. Ты просто не шаришь, мужик. Эй, это опасно. Кто там, кто-то бежит, что ли? Так, а где? Скорее всего, здесь вот. А, поехали вот так, похуй. Да, вот где-то здесь она, короче, понял. Да, ящик где-то здесь? Нет. Тогда спускаемся. Так, а где еще? А, вон, вижу. Стоим бы! Чё ты хочешь? А где еще?
don't call security. Так он еще не вижу. Hey, you can't come down here. Да все, мальчик, успокойся. Спускаться нельзя, я не спускался. Я здесь работаю, знаешь. Ну так, чисто, знаешь, когда мне... Чисто, когда мне скучно, я прихожу работать просто, понимаешь? Так что успокойся, успокойся. А где? А, вон, все, я вижу. Все, вижу где. Вот, надо. Все, let's go, лучше. Отсюда. О, охрана. А-а-а. Ну, я понял, да, вот надо будет по лестнице. Ну, поехали, чё. Сейчас будем трюки делать, трюки. О, охранник он. Пока, мужик. Ладно. Так, ну что, давай, опа, опа, смотри. Опа, опа, аккуратненько, прям на тоненько, видел? Ну, охранник просто ходит, блядь, ему похер вообще. Вообще все равно, понимаешь? Вообще все равно ему. Чё, как, где, когда? Ой-ой-ой-ой-ой, опасненько вообще-то, ребята. Так, ладно, там побольше надо дать. Ой-ой-ой, ребята, ребята, успокойтесь. Смотришь? Он просто меня видит, такой, эй, брат, ну ладно, езжай что-то. Такой, я вот так взял, вот так, типа, вот так. Вот так взял, типа. Типа, поздоровался, понял? Поздоровался со мной просто. Ну, вообще, там едем, блядь. Мне кажется, ну, не совсем. Ой-ой-ой-ой-ой, а куда ехать-то? Подожди, я не понял чуть-чуть. Может, я пропустил, типа, поворот? Ну, ладно, давай еще раз. В принципе, не так сложно. Давай, погнали сразу вот так вот. Someone call security. Проще, наверное, будет просто сначала все их, ну, раздавить, потом собирать, но чтоб, знаете. А чё, мне до него маршрут построили, ничего себе. Я где? А вот. Че маршрут? А сейчас зачем мне маршрут до этого строит? А зачем маршрут мне строить до ящиков, блин? Ну ладно. What do you think you're doing? You don't have to. Ну, он охранник, смотри, реально. Как мы с тобой видели, погнали. Смотри, сейчас изи будет, смотри. Проверяй.
Ой-ой-ой, ребята, ну... Мы активизировались, что ли? Я не пойму. Активизировались или что? Я не пойму. До этого видел, они просто стояли. Махали мне там что-то, что-то еще делали. Странная тема, ну ладно. Блять, что? Ладно. Ну ты смеешься сейчас? Хорошо, побольше возьму как вон. Так надо было сразу сделать. Ну вот и все, собственно. Ну вот и все. Посылаю, я аккуратен с этим. Ну вот и все, да? Когда тебе доступны дополнительные задания? Хорошо. У нас и доллар появился какой-то теперь у нас. Да, посмотрим, что там. Ну такая тоже довольно несложная миссия, довольно несложная вообще. То есть, учитывая то, что я прошел здесь школу, да, так, мотошкола, автошкола и школу пилотирования, скажем так, то довольно-таки несложно. Ну, в целом, типа, понятно, для чего они это добавили, ну, эти школы все, потому что, ну, задания этого требуют, как минимум, да? Что такие задания, они требуют, типа, навыков некоторых, поэтому они, видите, вам в середине игры такие, на, типа, пройдите это обязательно, это, я такой, ну, ладно. Вот. Но все равно, типа, как бы такое, ладно. Let's go, чё? Да еб. Погнали. Снова к Вузи идем. К Вузи. А что здесь за. Что здесь за это? За доллар? Подожди. О! А что это? А, это задание в карьере, типа, я понял. Ладно. Погнали дальше. Поэтому пойдем. По сюжетке. Вот. Свои фишки. Изланидаться. Еще одну карту. Уверен, чувак? Да, хочу добавить до 5 карт. Давай. Ладно. Держи. Не хватит, что у тебя? Откуда мне знать? Ты мне скажи. Хреново, чувак, у тебя 47. Знаешь, когда я играюсь, да, выигрываю? Босс, гляньте на эти фишки. Одна фальшивая. Да, ты их в руки не брал? Да просто наугад сказал. Значит, чтобы они про... Чё? Значит, он не проносил, короче, их. А, ну, на этом дракону сложные очки и белая трость. Ну вот, ногой суги! Скажу кассирам, пусть удвоят бдительность. Ясно, откуда берутся эти фишки? Семья Синдака держит пластмассовый завод в другом конце города. Я и... Ладно, понятно. Чувак, слышь, не переживай, я сам все сделаю. Да, трэш. Ну, шо, собственно, let's go. Пятница на завод на окраине города, нужно остановить производство. Let's go.
Ой, ну... Давайте когда еду, так, включусь. Мы подъезжаем, да, собственно, подъезжаем уже к заданию-то. Сразу поставили охранник на главном ходе, постарайтесь пробраться назад незамеченным. Эй, это что за чмо? Займись этим бараном. Так. Да, ну нормально. Подожди, мужик. Видишь, перезаряжаешь. А, вот этим, наверное. Нет. Бля, ну хпшки, кстати, не так много. Ну, он стоит, смотри на него. Не, здесь только вот так. Блять! Иди отсюда. Ой-ой-ой. Ладно, это показалось, выяснилось. Это просто... Сейчас, смотри, сейчас все изи будет. Это просто так, знаете, ну, так просто. Ну, просто так. Поехали. Ты чё? А где ты был? Так, поехали. Кто? Ты что тут делаешь вообще, блядь? Сидит еще, смотри, в крысу специально.
Вон, вон, смотри, видишь? Он бегает, бегает, бегает. Так, поехали. Покедова, ёпта. Бля. А как мне сюда уйти, блядь? И как мне отсюда выйти, блядь? Чтобы мне это знать, знаете, а? Надеюсь, я не перелезу, я уверен. Ух. Ну ладно. Все, погнали, короче, отсюда. Да, может, бургер зайдем, покаваем, да? Я думаю, мысль. Хорошая. Да, похаваем, зайдем, чего нет. Ну, он полицейский ехал. Мы просто похавать зашли, чего бы нет. Так, о. Кого? Успокойся. Давай. Мать, ты может разберешься уже, не понимаю. Блять, что не то не нажимаю. Да, смотри, на одинаковые челики просто в разных костюмах ходят, нормально. Понятно, блядь, понятно. О! Я только восстановил! Давай, смотри, смотришь? Бля. Можешь? Фокус, можешь покажу? На, ёпта. Покедова. Да только хпшку восстановили, блядь. Понятно, все, понятно, блядь, с ними. Опа, все. Все, покедова, ёпта. Так, наверное, будет. Давай, мужик. Что ты? Ну давай, ну что, догонишь меня, что ли? Блин. Не догонят, смотри. Нас не догонят! Опа. Блядь, уйди ты на! Прошу прощения, блядь, за такое. Ой. Ну, ребята, вы понимаете, что все. Вот так все и делается, блядь. Карл, как успехи? А как это знаешь, через стекло, бля, поднятое? Говорит, что у нас больше нет проблем с большими фишками. Нормально, чел, просто, блядь, через закрытое стекло разговаривать. Нормально. Так, ну, собственно, поехали. Да, едем сейчас. Чтоб если задание было, то мы поехали уже сразу на машине. Лучше вот на этой, конечно же. Ну ладно, пойдем на этой. Раз сохранимся, да? Быстренько. Так, ну что, о, десишь. Ну, let's go, чё. Дон Мескаль. Да, с кем я говорю? Это Си Джей, мистер Правда. Ты?
Может быть, я могу использовать алгоритм для своего правительства, так что ни в чем не признавайся. Ты скажешь, чувак, что случилось? Мне нужна помощь, Кал. Я решил, что мог бы расплатиться фишками. Чё? Несколько дней назад я отвез группу путешественников далеко в пустыню за мискальным кактусами. Мы видели внутренний свет и общались с кораблем ящериц. Значит, интересно, как прошло. В том и проблема, что я не знаю. Я в Лос-Антосе. Проснулся в какой-то японской бане где-то час назад. Я без понятия, где как все попало, где остальные. Да, явно в порядке. Не думаю. Они британцы, музыкальная группа, и их менеджеры, у них нет опыта пребывания в пустыне. Окей, а лагерь где разбили? Я пойду гляну. Я отвел их к Арка дель Осте. Закаты потрясающие. Лучше всего начать искать их там. Классно. Миссия ожидает, ну, обещаю быть долгой. Ну, let's go, чё. О, стой. Вот эту машинку дай-ка мне. Стой! Стоямба. Давай сюда. Инферно вроде, да? Инферно, что? Может, Мираж? А может, Даст 2? Хер его. Не помню, как Инфернус вроде называется, машина Инфернус вроде называется. Быстрая машина, кстати, довольно красивая, симпатичная у него. Моделька тоже. Ну а как доберусь, собственно, да, как доеду сейчас, собственно, то включусь. А что это такое? Почему у меня сзади номер какой-то? Ну, видите, прям на своем воздухе номер какой-то висит. Нормально. Красиво было. Так, ребят, мы с вами уже подъезжаем. К заданию, собственно, да? Да, ну все равно, что ты за... Почему номер у меня висит в воздухе какой-то, он, видишь? Да уж. Вот это прикольно сделали, что видишь, из салона он свет. Прикольно сделали. Есть кто-нибудь? Мне сюда, правда, вы прислал? Эй, сюда! Эй, чё, ты в порядке? Божечки, ну и отходняк. А, бля, осуждаем, ёпта. You did it again, didn't you? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Еще раз, ты кто? Я друг Мистер Правда. Он сказал, что у вас ребята вроде как в городе продавать надо. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking you? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Ну, ладно, мы поехали. Come on. Идем, сраные северяне. Сегодня я чувствовал, что... О, осуждаем, да, осуждаем. Такое. Ну, типа, отлежал. Так, чё? Ну, let's go, вот. Но у меня есть машина. Ну, конечно, она чуть дымится, но ладно. Чё, куда нам? So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. You look as pale as a drowned baby, man. Oh, God. I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down here. A fried egg sarnie with mayonnaise will sort it. Looks just like Salford to me. What are you talking about?
Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. What was you saying? Oh no, run like fuck. Everybody in the car! Поехали, мужики. Ебать, ты шум. Понятно. Понятно. Да, да, не догонишь. Да, нам, конечно, ехать починиться бы еще. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits, empty saddlebags or bee stings? Rosie's a man! Oh, stop man. Touching yourself! Аккуратно, аккуратно. It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it, you two? Hey, he started it. Блин, ну честно, миссия не такая уж сложная довольно, это вообще не сложная. Я только аккуратно ехать, потому что сейчас... Ну сейчас... Вот сейчас, если еще раз я куда-то лежусь в этой машине, все, она, наверное, загорится даже. Да, вроде должна загореться в этой игре. Думаю, надо будет заехать сейчас починиться. Что-то прокачалось, наверное, этот... Умение вождения. Вождение, наверное, прокачалось. Навык. Да, 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 вождение прокачалось. Тихо, тихо, мужики. Бля. Выходи! Идем чуть-чуть не хотел. Надо было просто доехать уже реально и все. О, зато она, смотри. Зато целенькая. Ну почти, ладно. А, нет. Ну, типа, она целая вроде как. С вид, да, она целая, блин, ну дымится. И шеи без заднего фонаря. Нормально. Нормально. Красиво, красиво. Here we are. Look familiar? Here we are. Look familiar? Oh, yeah, no. That's right. Like that. Everybody in the car! Нормально, они сами справились. Так, ну что, собственно, поехали. Давай сейчас, как доеду оттуда, вот так включусь. Ладно. Хорошо. Ну что, мы тогда подъезжаем уже, да? К финалу миссии. Все, наконец-то, блин. Да, идем, мы повидаемся с Рози. Kent Paul, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I
have a migraine? Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this? Come on, it's me, Kent Poe. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting, as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face, that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca. Oh, you twat. Unbelievable. Так. Здорово, Уди. Кажется, я нашел своего смотрителя из нового Калигула. Не вызываю особых подозрений, потом поговорим. Пусть авторитет. Ну, кто звонит? Привет, Карл, я Паула. Слушай, вроде по уши дреме. Мне кажется, тебе когда-то спросил на помощь, да, золотце? Давай, пока, блядь. Это что, блядь? Это бампер, ребят, был. От машины, вот той, которая стояла. Нормально. Нормально, вот это машинка из бампера висела. Хорошая игра, очень хорошая игра. Так, я думаю, это не обязательно проходить. Надеюсь. Так, чё, кому? Куда? Куда? А, вот сюда. Поехали. Опа, опа, опа. Стой, 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 стой. Стоять. Мужик, ты в курсе, что мне должен машина вообще? Ты в курсе? Ты в курсе? Нет, ну вот я тебе говорю об этом. Мне должен машина. Все, спасибо. Теперь мы в расчете. Осуждаем, только осуждаем. Так, ну тут не так далеко ехать, собственно. Приснилось, погадалось. А, здесь, наверное, вход, да? Поехали. Прям заскочили туда аж. Let's go. Интенсивный уход. Эй, Рози, давай бодрее, пришел Карл. Hello. What's happening? Hey, you some top fan? Hey, пап, зачем там у вас они толки клевые? Да хоть тоже, что с тобой такое? Так сам ему расскажешь или мне? Ну, мое дело. Давай, раздражай. Прошу прощения. У меня была власть, вольнение женщины. Но я не смог власть. Осуждаю, блядь. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to tap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life, but you're not coming to him. Нормально. Давай мне подумать, а теперь нужно быстро или кратко. Ладно, ладно, связь и Синдака вышел на тропу. Ясно, ты же не стрессовал что-то страшное. Что-то шокировало, он лежит в гроз. О, осуждаю, блядь, такое, соболезно.
А пора ли воспользоваться этого возможности, чтобы его убрать? И если столкновение семей произойдет на моей территории, мне угостят топором. Осуждаю, На, попугай говорящий. Нормально, блядь. Надеюсь, транспорт уже нашел. Ты ну так тут не так далеко ехать, в принципе. Извиняюсь, прошу прощения. Здравствуйте, сэр, я могу помочь? Я пришел забрать миссис Синдако. Миссис Синдако, не забудь, какая-то ошибка. Я вот только что забыл очень скоро. Окей, спасибо за помощь. И все, попиздило, бля, обратно. Че, будем сейчас догонять? О-о-о. Ничего себе. Ну, я думаю, кто, которому сейчас едем по прямой. Нормально все с тобой, таксист, а? А, ну ладно. Пока. Че ты бьешь? Кого ты бьешь? Пока. Взял просто воздух ударом. Нормально. Да. Ну, нормально, телепортируется. Нормально все, Леша? Нормально все? Он телепортировался, смотри, оп, телепортнулся. Нормально все хорошо.
Так, ну тут недалеко вести-то, собственно. Так, ну давай, мы уже все. Уже все. Эй, Джонни, как ты себя чувствуешь? Ну, завтра мне напишут. Так, смотри, у нас с тобой темпани. Опять, да, снова? Ну, либо едем на игральную кость. Погнали на игральную кость, с тобой сгоняем быстренько. Снова в это казино, поможем им. Да пройдем уже, да, все-таки в этой серии, я думаю, задание там сколько, не знаю, сколько заданий. Да пройдем все-таки их уже. И поедем к темпани. Потому что буква S, это синяя, так понимаю, это темпани. Приснилось. Ну чё, просто решил в космос улететь, знаете, ну просто космонавтом себя чувствую, вот это все, поэтому решил в космос полететь. Ты кого там подрезаешь, не понимаю. Знаете, как уже доеду, да, так включусь, чтобы не затягивать хронометраж. Так, ну что, я доехал до задания следующего, да? Поехали. Кого? Ну ладно. Так, ну пока задание более-менее легкие, говорю, если не говорить о, говорю, летной школе снова, да, если не о летной школе, то все, в принципе, хорошо. Мочи его. Baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my you, son, thank sweet. You. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this That's town what up. I'm saying. So where we going? Details. Details. Let's just get there. Rack them up, Macca. What's the matter with you? Нормально. Скотобойня. Ёпт. Okay, boss man, where to? We're gonna pay the Sindacos a visit, see how Johnny is, win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. Okay, great. We need a car. Ooh, какая машина! I gotta get out of this game. Ooh. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What do you know, lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks, I'm just so tired of all this life and that bullshit. Ah, shit, shit's all down my damn shirt and everything. This is my best shirt, too. Didn't this shirt look good on me? Красиво, красиво. Ну, собственно, тут не так далеко ехать. Давай, чтобы подъехали, собственно, да, уже подъехали, да, почти подъехали. Оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо. Да, очень классная машина. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Поехали, чё. What's going on? Ты зачел, что-то забыл? No, look, нет, слушай, иди внутрь, я подожду. Look,
Ты же в этот раз ты должен пойти со мной. Если я справлюсь, то смогу продолжать. Точно. Но прошу, сходи со мной, иначе я там отвеху все обосру. Только в этот раз, ну пожалуйста. Ладно, спокойно. Черт, как все хреново. Слушай, все будет хорошо. Помни только, ты босс. Я позвонил боссу, пошел Кен Розенберг. Какой Кен? Кен Розенберг. Кен Розенберг, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, como esta? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my head. Oh, God. It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Такое соболезную. Ух, ебать там их. Ну, Манчел просто перепрыгнул. Ну, поехали, чё. Shit, they started a fire to keep us back. There must be an extinction here somewhere. No witnesses or we're dead meat. Got the extinguisher, I got the extinguisher. Take those guys out and I'll put out the flames. I need this more than you, I think. I'm gonna start with the... Ты что тушишь, мальчик? Can I hide this? Screw this. I'm gonna hide in the freezer. Exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tommy? It's my constitutional right. Oh! Holy fuck, what is it about my luck? Oh! I'm screwed. No! We gotta do something. Nope, okay, it's huh. Clear. I'm never doing drugs again. Never, ever, ever. Exits through the stockhouse. Да, выйти можно через склад, конечно. Поехали. Shit, we gotta get the fuck out of here. We need some wheels. Get me back to Caligula's. You calm down and follow my lead. Holy fuck, man. We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up? Nobody can stop us. Nobody in the way. Johnny's a done deal, and so is his gang.
Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Ну, прикольно сделать заднее стекло, да, у машины, вон он, видите? Прикольно сделал, прикольно. В классике такого не было, ну, в плане такого объема. Визуально, точнее, эффекта такого не было, что типа объемность какая-то. Вот, ходи, держи спокойно, типа, ты поехал, чтобы успокоиться. Спокойно, ага, спокойно. Come, come. Интересно. Все, здесь больше зданий у нас нет. МД какой-то вон, видишь, есть рядом. Так, ну что, собственно, я предлагаю, собственно, что? Да что, да не знаю даже. Нормально, сейчас просто развернулся. Поехали, доедем с тобой. До МД. Ладно, для начала тут сохранимся. О, на задание появилось по этому. По сюжетке. Ну, а сейчас пройдем вот это. Почему бы нет, да? Ну вот. Или сделаем это в следующей серии. Я думаю, лучше в следующей серии. Давай поэтому сохраним сейчас с тобой, да? Я думаю, можно заканчивать серию, в принципе, там. Спасибо за просмотр. Такая серия была, в принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Я знаю, что это ты, пес смердящий. Слушай, просто говорю уже, что хотел. Не делай дурацкие игры. Дурацкие игры? Да ты играешь своим сердцем. Что? Послушай. Принц Сервет, увидимся в следующих сериях. Давайте.